Сегодня мы добрались до города Нария, и это самый крайний город, и уже получается, если идти дальше вперед, вот в это направление, где я показываю, там уже граница с Ливаном. До нее, наверное, сколько там? Километров 10-15. Сегодня такая красота на море. Вышли воздухом подышать.
Мы едем со скоростью 50 км в час по трассе. Сильный дождь. Мы попали под дождик. Очень-очень сильный. Здесь просто черная туча была. За спиной вообще тучи не было над морем. Мы сейчас до дома едем. Да. Потому что наш город, он более-менее на возвышенности, на горах, и, видимо, все тучки там задерживаются, а над морем вообще ничего нет. И машины ехали со скоростью 70 км в час, сейчас на светофоре стоим.